балдею от них. Очаровательный вечер, друзья мои. Жаль расставаться со всеми вами. У них все-таки у бедняжек отсутствует вкус. А вот среднему человеку, как, например, мне, очень нравится. Поют колоссально, отпад. А что вы так смотрите, Надин? Что вы так на меня смотрите? Я забыла ваше любимое изречение. В наш нервный век надо уметь расслабляться. А что, я не прав? Прав. Так давайте выпьем. Я хотел пораньше из отпуска вернуться. Так жена пишет, не дури там, отдыхай до последнего. Имеет же право человек отдохнуть раз в жизни. На дворе ли мороз большой? Хотя же мороза, то ли мороза рыклой. Не хочешь, а заплачешь. Совсем уже сбрендели все. Сказать, о чем ты сейчас думаешь? Милые мои, хорошие, вы для меня самые родные люди. Вам хорошо, и мне хорошо. Но если вы не приедете в следующий раз, не обижайтесь. Приезжайте. Я так влюблен в вас. Виктор, мы здесь все влюблены отчасти. Нашего уважаемого друга Виктора Леонидовича Лисюткина, «Эй, Ромале!» Грусть, тоска запала в душу, эй, гитара, дай аккорд, чтоб затравленную душу разудал и в лес огонь. Позабуду все, что было, все плохое вырву прочь. Пусть цыганка очарует, разволнует мою кровь.
слышу, 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 без сигар и у реки. Эй, Ромаре, да чего же вы хороши? И танцуют кони гривами тряся, а в воде смеется белая луна. Жизнь покажет ценой. Приуляжется волнение и приеду я домой. Слышу, слышу, без сигар.